Убирай. Тебе удобно? Да. Сиди. Здравствуйте. Помогаем боссу. Итак, босс. Вопрос от Агата. Как лучше играть, чтобы сильно не дезморалиться и катки были более эффективны? Как это происходит у меня? Иногда я могу как бы задезморалиться, там, затилтить, но это уже под конец дня бывает, когда я уставший. Когда я сажусь только играть, у меня все хорошо. Ладно, давай заново, ща. Ну что, вариант есть? Подсказки. Подсказки? Слушай, расскажи, как это у тебя происходит просто, как ты такой вариант? Просто скажи, что тебя загангли, все, ты молчишь весь день. А если не гангли, то типа разносишь его на позитиве чуть. Ну что, тяжелый вопрос. Ничего, я скипнусь. Давайте скипнем реально. Кто его задал? Агата. Не задавай больше такие вопросы сложные, типа не знаю. Просто сосредоточиться на своей игре. Отлично. Вопрос от Дашоса. Что делать, если пиццу везут уже полтора часа, а обещали 40 минут, и я сейчас умру от голода? Ну чё, как поможем Дашосу? Босс, это очевидно, ты просить вернуть деньги и заказать из другой пиццерии. Все. Твилда Хорнет. Наиграл 3000 часов в доте, выбрался в лигу. Как теперь выйти с нее? Выйти с лиги? Да. А, удалить все просто, пойти обратно. Отлично. Лонг Донг. Что делать, если флешать можешь только в стены? Ну, можешь попробовать не флешать стены. Томич. Что выбрать? Пойти на кухню и покушать или пикнуть чоготы и кушать лейнера? Если голодный, пойти покушать. На кухню. На кухню. А если не голоден, то пойти на чоготь. Отлично. Какаша хитейк. Что делать, если я играю на сете против Тима, и он постоянно убегает и убивает меня? Я когда за сет против Тима стоял, я просто собирал мерки сначала. И уотер. И догонял. Все. Верон, что делать, если моя девушка в последнее время похожа на босса? Просто наслаждаться жизнью. Ну, как бы нужно гангать, я считаю. Ну все, нас уже сказал. Нужно гангать как бы. Отлично. Вренч, что делать, если мой топер дает ТП под вражескую башню и умирает? Ну, со всеми бывает. Йогуртушка. У меня хомяк орет каждый раз, когда я сплю. Как его усмирить? Ну, хомяки долго не живут. Стар Крим Шоу. Вопрос. Как завести друзей, когда ты ИСУ мейнер? Найти Грагас мейнер. Костя Лукашук. Пельмени или вареники? Пельмени. Кавай Хирис Цуна. Как перестать агриться на тиммейта? Играй в свое удовольствие. Все. Играй в свое удовольствие. Че? Без величайших. Я сегодня 7 игр проиграл. Артем Ибрагимов. Очень сложный вопрос. Оригинальный боксмастер или острый? Ну, я бы острый взял. Острый эксперт по боксмастерам. Вот мы 10. 5 тех. Но острота не освобождается. Там без разницы, там вроде есть этот боксмастер. Сыр бекон, что-то такое, во, лучше его. Итачи Учиха. Что делать, если я пытаюсь играть на Акале, но тиммейти при виде слов «я учусь» ливают из лобби? Так, босс? Ну. Что, ну, что делать, если я пытаюсь играть на Акале, но тиммейты при виде слов «я учусь» ливают из лобби? Был, да, босс такой скрим? Ливают из лобби, но как... Тут все просто регать, пока не начнешь игру и учиться. Валерия Лерман. Что делать, если не знаешь ответа на вопрос? На какой вопрос? Ну, бывает, просто говорить не знаю. Отлично. Мана-мана. В чем смысл жизни? Вариант. Чтобы была мана. Что? Челсника. Мама-мана. Какой смысл жизни? Чтобы была мана. Мана-мана. Более диповый ответ. Мана-мана. Ну, скажи, типа, чтобы была мана все равно.
Много-много. Чтобы оставить после себя там воспоминания положительные. Там же есть какая-то цифра, вот эти вот, две цифры. 42. 42, да. Все. Скажи 42 реально, это дико. Чё за 42? 42 это типа смысл жизни. 27, говорит. Скажи 27. Лучше 42. 27. Лучше 42. 27 куб. Лучше 27. Вот скажи просто, чтобы все тачанки убились. Все? Все. Все понял. Все, все. Это свои я. Варианты дали, как бы. Что сделать, чтобы Влад обратил на меня внимание? Стать лучшим леком Топера. Ой, Топера леком. Я чуть-чуть. Ну что, Влад? Ну что? Ну как привлечь это внимание? Никак. Понял, вот ответ. Лерка, доброе зло. Доброе зло. Как убить кошку, не запрыгивать на клавиатуру во время катки? Кошки тоже долго не живут. Что сделать с кошкой? Как убедить кошку, не запрыгивать на клавиатуру во время катки? Ну, закрыть ее в другой комнате. Ну, лучше в туалете, чтобы она... Ашбрингер В. Очень важный вопрос. Сдавать ли ТП на бот на 2.15, когда обычно АДК врагов делает даблкил, или лучше отдаться самому из ТП на топ вернуться? Что-то сложный вопрос. Выбираем. Еще раз. Я такие вопросы принял. Очень важный вопрос. Сдавать ли ТП на бот в 2.15, когда обычно АДК врагов делает даблкил? Или лучше отдаться самому из ТП на топ вернуться? Лучше не давать ТП на бот на таком раннем тайминге. А лучше стоять на своей линии и пытаться не умереть. И потом можно вернуться, если вдруг раз лесните АДК. Какие твои любимые пельмешки? Домашние. Это какие? Домашние, которые дома делаете. Которые дома делаются. Отлично. Шишел. У меня друг хочет стать тебе спортсменом, но пока стал только душнилой и тренируется целыми днями. Он, конечно, молодец, но, босс, сделай, пожалуйста, максимально осуждающее лицо. Заскриню и буду ему присылать во время его очередного лустрика, чтобы отвлекся и ходил с нами крестьянами хотя бы в обычке. Ha 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 ha.